çık git buradan. Это правда? Evet. Правда. Doğru. Тебя отправили убить меня, Джандан Али. Ты беременна. Уходи сейчас же. Беги. В тот день, когда ты пришел убить меня, ты знал правду? Нет, не знал. Знал. Поэтому не убил меня. Я ничего не знал. Юсуф. Он знает об этом? Не знает и не должен знать. Это никто не должен знать. Если Фехми узнает, что Юсуф мой сын, то немедленно убьет его. Он жив? Да, в обмороке. Что вы будете делать? Буду держать его у себя в руках как козырь. Взамен на что? Пока Джейд у нас, Полат ничего не сможет тебе сделать. Почему вы мне не сказали, что собираетесь делать? Я пытаюсь облегчить твою работу, сынок. А может, ты ее наоборот усложняешь, отец? Что ты хочешь сказать? Причиной всему этому является данная мне миссия и мои действия. Если бы я не выстрелил в Полата Альмдара, то Джейд не сделал бы тебе это. Если Джейду надо будет ответить, то это ложь он буду сделать я, а не ты. Делая это, ты не делаешь меня сильным. Заставляешь быть слабее. Ты так думаешь? Да, я так думаю. И если ты правитель, сядь на свой трон, сиди там, вели мне. Я буду делать, но если нет, то отдай правление мне.
Значит, этот человек стрелял в отца. Кенан? Вы не сказали мне, но я сам выяснил. Если вы позволите, то и я скажу несколько слов от имени нашей семьи. Конечно, сынок. Слушаем тебя. Тот, кто поднимет ствол на мою семью, получит то же самое. Кенан, остановись, не смей. Почему ты помешал мне? Ты действуешь, не подумав. Чего тут думать? Уже понятно, что надо делать. Ты не можешь принимать эти решения. Что ты думаешь, отец? Джаид останется тут, сколько нужно. Мой старый друг Джаид, смотри, мы опять наедине. Почему? Ты не считаешь Хаку человеком? Тебе осталось недолго дышать, Джаид. Мне кажется, не стоит попросту разговаривать. Теперь предположи-ка, что будет после всего этого? Перестань пытать меня, Фихми. Я предпочту умереть, чем слушать твои анализы. Ты будешь слушать то, что я рассказываю, Джаид. Вы чего-нибудь хотите, госпожа София? Нет, спасибо. Пожалуйста. Господин, я закончил исследования, о которых вы просили. В документе информация о 13 семьях. Хорошо, Мухсин. Это что? Господин Джаид попросил исследовать Аббаса и госпожу. Есть что-то? Оба чистые. Не стоит волноваться. Брат, ты можешь идти, Мухсин.
София? Брат, прости, что тревожу. Да что ты? Брат, я беспокоюсь за Джаида. Мы должны были поужинать вместе, но он не пришел. Даже не предупредил. Я поговорила с Арханом, его и тут нет. Я попросил его заняться одним делом. Кажется, оно сильно затянулось. Я не могу дозвониться до него. Может быть, ему неудобно говорить по телефону. При первой же возможности он предупредит тебя. Хорошо, брат, но встретиться этим вечером хотел он. Он должен был либо прийти, либо предупредить меня. Я заволновалась, что может случиться что-то плохое. Ты не волнуйся. Иди домой, я тебе позвоню. Хорошо, брат. Давай идем-ка. Не волнуйся. Хорошо, брат. Где это Джейд? Эрхан, сразу позвоните мне, как узнаете новости от Джаида. Хорошо, ты не волнуйся. Доброй ночи. Доброй ночи. Мне нужно поговорить с Палатом Лемдаром. Подожди тут. Брат, пришел Юсуф. Проходи, Юсуф. Приезжать сюда было опасно. Ты не должен видеться рядом со мной. Я приехал на мотоцикле с шлемом. Я был очень осторожен. Я уверен, что никто не следил за мной. Но ситуация очень срочная. Что это такое срочное? Джаид. Что с ним? Мой отец захватил его. Он в порядке? Я видел его, он в порядке. Где они? Не могу сказать. Я найду, где он его держит. Не делайте. Я пришел поговорить с вами. Пока мой отец не накажет его за содеянное, будет держать у себя, но потом отпустит. А я сделаю все, чтобы он выбрался оттуда живым и здоровым. Я могу помочь вам решить это дело. Тогда скажи мне, где держит Джаида. Не просите у меня этого. Тогда можешь идти. Я решу это дело. Мы не обязаны решать это дело с оружием. Если переживаешь за отца, то не бойся. Если Джаид жив, то он тоже будет жить. Эрхан, проследите за Юсуфом, не подавая вида. Хорошо, брат. Thank you.
У тебя есть кадры, где Иисус приезжает сюда на мотоцикле? Да, господин. Как далеко ты можешь отслеживать отснятый материал? Сейчас посмотрю. Брат, мы потеряли Юсуфа. Где вы? Ну, в районе Умрани, брат. Жди, Эрхан. Подожди. Я нашел место, откуда он приехал. Отправь локацию этого места Эрхану. Эрхан, мы отправляем тебе локацию, откуда приехал Юсуф. Хорошо, брат. Я сейчас же поеду. Поехали быстрее. Впереди свернешь направо. Сделай обратно. Еще сделай. Стой. Он приехал в фургоне, но выехал на мотоцикле. Вы следили за мной? Нет, дорогой. Брат Палат направил нас. Мы решили зайти. Мне немедленно надо выйти. Мы будем ждать тут, Юсуф. У меня нет времени ждать.
Я не спросил брата. Кот, у тебя спрошу. В чем дело? Дело в Джаиде. Где конкретно в деле о Джаиде? Прямо в середине. Пока ты в ошибочном месте, дорогой. В чем дело, Эрхан? Брат, я нашел брата Юсуфа. Там есть фургон с изображением пламени? Есть, брат. Как ты видишь? Держи Юсуфа там, пока я тебе не перезвоню. Хорошо, брат. Сканируй все камеры в этой области. Найди место, откуда выехал фургон Юсуфа, а потом предупреди меня. Хорошо, господин. На этот раз я ухожу, Джейд. Но ребята будут хорошими хозяевами от моего имени. Конечно, конечно. Начальники ушли. Время повеселиться. Иди сюда. Что тут есть? Что есть? Не смей трогать. Оставь. Я сказал оставь. Это лучше, чем ничего. Но смотри, у тебя скоро такое счастье, что я не буду бить тебя по лицу. Мухсин, что ты нашел? Машина выехала из лесной дороги Рива, господин. В этой области есть место, принадлежащее Кузу Заде? Смотрю, господин. Поторопись. Да. Господин, 3 километра от лесной дороги. Хорошо. Тетя? Дорогая, почему ты проснулась? Я услышала звуки, подумала, папа приехал. Идем, дорогая, я уложу тебя, чтобы сонник убежал. Я хочу спать тут. Как прошел ужин, тетя? Спи, дорогая. Тетя. Мы не смогли встретиться с Джаидом. У него было важное дело. Что может быть важнее тебя? Эли, спи, пожалуйста. Может, завтра поговорим?
Ты расстроилась, что он выбрал работу? Сколько еще мы будем его бить? Мы устали, он до сих пор не устал. Господин Хакык сказал не убивать его, но сделать хуже смерти. Ты в порядке, Джейд? Да, со мной все хорошо. Куда ты, Джейд? Мне надо кое-что взять, брат. Пойдем, брат. Слушаю, брат. Хорошо, брат. Давай, спокойной ночи тебе.
Чего ты хочешь? Господин Стэнли хочет с вами увидеться. Проследуйте за нами. Я позвал тебя сюда, чтобы отменить требования шпионов против нашего Великого Совета, Ася Туна. Сегодня день решений. Теперь я хочу, чтобы ты проинформировала меня о последствиях расследования. Как вы знаете, я не нашла никаких доказательств предательства Сергея Заркова. Я продолжаю отслеживать свидетельства и доказательства, которые я дала Великому Совету о Джоне Смите. У тебя есть новая информация? Пока что нет. Но, учитывая связи Джона Смита по всему миру, исследование династии Палатанимдара затянется. Конечно, если Палат Алимдар говорит правду, или... Я должен сказать Юсуф Кузузаде. Простите, господин, но я не могу себе представить, что Юсуф Кузузаде посмел соврать Великому Совету. В Великом Совете было много вещей, которые ты не поверишь. Но также есть события, в которые мне не верится. Как тот, чье рабство даже не одобрено, может заставить моего важного человека Джона Смита умереть с некоторыми претензиями к высокомериям? Господин, я посредовала, когда Юсуф Кузузаде сделал заявление на Великий Совет. Позвольте, я закончу свою работу и накажу этого шпиона своими руками. Мы закончим это сегодня здесь. Юсуф Кузузаде. Твоя попытка убить Палат Алимдара была впечатляющей. Но я в этом далеко не верю, потому что мысль о том, что предложение Палат Алимдара об уничтожении Великого Совета меня беспокоит. Я здесь, чтобы устранить ваши тревоги. Заявление о смерти от вашего имени, провал убийства и ваша пропажа, Палат Алимдар может знать о тебе то, чего не знаем мы. Это очень разумное сомнение. Конечно, я бы хотел, чтобы вы исследовали такие сомнения, как тот, кто посвятил себя совету. Я больше не позволю вам черпать драгоценное время нашего совета этим делом. Давай сосредоточимся на претензиях и доказательствах. Вы сейчас скажете мне, кто предатель, и покажите как можно больше доказательств. Боюсь, что это невозможно. Потому что сейчас я стою в критическом месте. Если я двинусь назад, будет предательством. Могу я узнать, в каком месте ты находишься? Палат Алимдар думает, что я с ним сотрудничаю. Он объединит меня с нашей связью в Совете. И мы начнем действовать, чтобы уничтожить его. И что это значит? Я почти узнал, кто предатель. У тебя есть 24 часа, Юсуф Кузузаде. Если ты не предъявишь мне никаких доказательств в течение 24 часов, то я сам лично покажу Великому Совету, кто предатель.
Господин Палат, вы тут ночевали? Да, Хусню, слушаю. Алло. Нам срочно нужно встретиться. В чем дело? У Юсуфа проблемы. Увидимся в офисе. Не волнуйтесь, господин Палат. Господин Джейте действительно сильная челюсть. Но все равно будет болеть. Я даю ему успокоительное. Надеюсь, у него не будет зависимости. Не говори глупости, Хюсню. Я выхожу. Пусть врачи проверяют Джейта каждый час. Пока он окончательно не вылечится, не позволяйте ему отсюда уходить, как прикажете. Я принес вам ваши заказы, госпожа Надалу. Добро пожаловать, Аббас, я ждала тебя. Спасибо, учитель. Здравствуйте, господин Алтай. Здравствуй. Ставь сюда пакеты. Вытащи то, что внутри. Молодец. Госпожа Надалу, другой человек заказал бы фрукты и овощи, а вы заказали землю. Вы тайно собираетесь начать сельскохозяйственный труд? Я обещала Палату, что не выйду на улицу. Но в моем теле есть электричество, понимаешь? Я должна ступить ногой на землю и выплеснуть его. Ты понял? Вот поэтому я и попросила у тебя землю. Как хорошо стало. Как раз я принес землю, не хватает только посадить фруктов и овощей. Нет, сынок. Эта земля только для электричества. Как раз говоря об этом. Ты знаешь, кто изобрел колбу? Клянусь, я не знаю, но если вам нужно, то пойду и куплю из магазина. Аббас, госпожа Надалу спрашивает, кто изобрел колбу. Эдисон? Это актер, сынок. Актер. Актер. Ты хотел сказать Эдисон? Конечно, все думают, что Эдисон. Но на самом деле это недостоверная информация. Если бы не появился человек по имени Тесла и не нашел бы переменный ток, то открытие Эдисона было бы ничем. Может, Тесла смог бы открыть телепортацию, но Эдисон дважды скрестил его. Смотри, сынок. Если не будет командной игры, то ты не сможешь стать успешным. Смотри, ты же принес мне сейчас землю, это и есть команда. В нашем понятии есть и твой труд, мой дорогой Аббас. Не забывай этого. Что вы, учитель? Ладно, я тогда продолжу приносить землю. Да. Смотри, ты можешь еще выкинуть ту старую землю. Хорошо, госпожа Надалу. Молодец. Забирай, молодец. Мой сыночек молодец.
Наконец-то нам удалось познакомиться, месье Хазан. Мы всегда были здесь. Вы удостоились, господин Фердинанд. Не волнуйся, мы еще будем много встречаться, пока мы будем обслуживать наши общие цели. Спасибо вам большое от нашей организации за помощь. Вы продолжаете копать эту землю. Я вам и оружие обеспечу киллеров, мистер Хазан. Только не забывайте, что это земли Вавилона. Вы всегда сможете увидеть нашу борьбу. Однако, в последнее время у нас было очень много потерь. Вы понимаете, что ваша поддержка очень важна, чтобы мы могли сопротивляться военным вмешательствам. Не сомневайтесь в этом. Я дам инструкцию новому киллеру из Европы, чтобы тот занял нужную позицию. Также я поддержу ваше движение в области с новыми тоннелями. Конечно, если вы будете действовать быстро. Мистер Хазан. Конечно. Прекрасно. Мы сделаем регион неконтролируемым, распространив наш успех повсюду. Все говорят о силе, которая сражается на этих землях, но никто не знает о Гюльге. Я чуть не забыл. Поздравляю вас с нашим последним актом. Это интересно и прославляюще. Это еще начало. Тогда шоу продолжается, месье Хазан. Я начну искать места обучения для Аси. Важно не терять время. Спасибо вам. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Сестра, ты поешь чего-нибудь? Нет, я не буду. Сегодня ты пришла пораньше. Не хочу терять время. Для начала свяжемся с Черным Флагом. Им надо отправить нам список требований нуждающихся деревень. Мы попробуем обеспечить. Поняла. Как прошел вчерашний вечер? Он прошел обычно. Как это, вы поссорились? Нет, мы даже не смогли поссориться. Господин Джаид не соизволил даже прийти и предупредить, не позвонил и не объяснил. Ты бы хоть позвонила и спросила? Я звонила, но не дозвонилась. Я узнала от брата, что у него были дела, он был увлечен этим. Я не хочу об этом говорить, Сибель. Для меня это уже не важно. Да, Джейд. София. Джейд? Я хочу извиниться за то, что вчера не смог прийти. Неважно, не стоит извиняться. У меня внезапно появилось срочное дело, пришлось поехать. С телефоном были проблемы. Я не смог тебя предупредить. Прости. Ладно, неважно. У меня сейчас деловая встреча, я занята. Хорошо. Молодец, правда?
Я не позволю этому утомлять меня и делать грустные. Браво, прекрасно, что ты можешь это делать. Сибель, я исследовал организации, которые хотят с нами работать. Я не думаю, что мы сработаемся с ними. Хорошо, как хочешь. Если Юсуф не предъявит доказательства о предательстве, то будет убит. Это было изначально ошибкой. Он сделал это, чтобы не выполнять приказ совета. Из-за того, что он не хотел убивать тебя, он попытался выиграть время. Значит, он сделал ошибку. Пытаясь выиграть время, у него осталось 24 часа. Ему нужен был план получше. Как ты можешь так спокойно разговаривать? Он и твой. Ты не понимаешь. Тема о том, что важнее нас и Юсуфа. Ничего не важнее человека. Если печь о миллионах людей, то один человек — это ничто. Не волнуйся. Я сделаю все, чтобы спасти Юсуфа, пока он будет на стороне моих идеалов. Я буду за его спиной. Мы можем либо победить, либо стать бесценными. Как мы будем действовать? Доказательства к продукту совета об этом не могут быть приобретены с нематериальными усерднями. Движение Смита было ошибкой в этом отношении. Но не большая ошибка, чем твое убийство Смита. Смит был одним из самых верных слуг Ра. Чтобы открыть путь Юсуфа, нам следует преследовать настоящего предателя. На самом деле у нас в руках истинный предатель. О ком ты? О связанном совете Сергея Зыркова из русской династии. Что у тебя есть, связанное с Зырковым? В то время как совет повелел мне исследовать это дело, я нашла доказательство, что он предатель. Но из-за плана Юсуфа мне пришлось скрыть истину. Как ты можешь связаться с ним? У Сергея есть долг передо мной. Он обязан делать все, что я хочу. Если ты поможешь нам, мы сможем заманить его в ловушку. Ты мне не доверяешь? Ранее ты пыталась меня заманить в ловушку. Я сделал это ради сына. А в это Ирах ради сына я прошу тебя помощи. Доверься мне. Если он в долгу перед тобой, то заманить его в Стамбул будет нетрудно. Почему мы отдаем этого человека его Оге? Убьем его и все. Ты не знаешь здешних традиций. Я тоже хотел бы ему выстрелить в голову, но...
есть то, что я знаю. Капитан, пришел Мирван. Впусти, как прикажете. Добро пожаловать, Мирван Ага. Что такое капитан Ясин? Что он сделал? Мы поймали его вместе с людьми Шедида. Они крали людей. Что ты говоришь? Если бы мы опоздали, то он продал бы местные женщины европейцам. Бесчестные. Значит так? Готовься к смерти. Мой ага. Замолчи, не разговаривай. Хорошо, Мирван ага. Потом сделаешь, что хочешь. Я так накажу его, что он больше не сможет здесь работать. Орхан. Спасибо, капитан. Вставай быстро. Насколько плохо. Они напали на двух мага, спасли всех женщин. Подлецы. Слушаю, Юсуф, нам надо встретиться. У меня есть дела. У нас осталось 22 часа, чтобы найти предателя. О каких делах ты говоришь? Не старайся попросту. Ты ничего не сможешь делать. Завтра я убью Станли, и это дело закончится. Не смей делать такую глупость. Ты не выйдешь оттуда живым. Они не смогут проигнорировать столь важное происшествие. Я думаю, они будут судить меня в совете. Так я сделаю все, что смогу. Я не умру просто так, не волнуйся. Юсуф, если даже ты не убьешь всех в этом совете, это не поможет. Мы говорим о династии, которым по сотни лет. Вместо них придут другие. И ты действительно... умрешь просто так. Каков твой план? Я приведу к тебе Сергея. Нет, не позволю. Это опасно. Я утаил от совета, что он предатель. Они убьют тебя. Не волнуйся. Есть другой план. Добро пожаловать на земли, которые используются для запаха крови. Работать на этих землях вместе с вами будет большим удовольствием. Для меня тоже так. Что насчет запаха денег?
Они уже перечислены на ваш счет. Мы можем перейти к деталям работы. Ты точно такой же, каким описывал тебя мессия Риэль. Холодный и серьезный. Но я люблю людей, которые серьезно относятся к работе. Все детально описано в этих документах. Связи в местах, куда вы будете ездить, места, где вы будете принимать свою позицию, военные базы, конфликтные зоны. Мы будем работать вместе с организацией? Я не работаю сообща ни с кем. Нет, вы не будете работать совместно. Вы будете стрелять в цель, когда военные будут шуметь. Мы собираемся различать цели? Разделение — это вина человека, ребята. В команде еще кто-то есть? Есть. И вы знаете его очень хорошо. Капитан, мы закончили подготовку к отправлению людей, которых мы спасли от Шедита. В лагеря для беженцев. Прекрасно, но у нас есть маленькая проблема. И какая? Некоторые люди не хотят уезжать в лагерь. Они сказали, что останутся здесь и будут воевать. Стойте, я предположу. Во главе стоит девушка по имени Эсма, не так ли? Да. Она хочет увидеться с вами, капитан. Хорошо, позови, пусть придет сюда. Она еще та девушка, капитан. Станет для нас проблемой. Что ей делать? Хочет защитить свою родину, но она тоже права. Слушаю. Слушаю, сестра. Ты хотела поговорить со мной? Мы не хотим уезжать в лагерь, капитан. Ясин, позволь нам остаться здесь. Мы и раньше обсуждали это. Здесь очень опасно. Если бы на твою деревню напал Шедит, ты бы сбежал? Это не одно и то же, сестра. Ты хочешь сказать, что я женщина не могу ничего делать? Не имеет значения, мужчина или женщина защищает родину. Но вы не обучены. У нас сильные враги. Я не могу рисковать вашими жизнями. Дай нам решать это. Ты только дай оружие, и все. Мы не будем вам мешать. Нельзя, сестра, нельзя. Я не могу отправить вас на смерть. Стой, что ты делаешь? Если нам бот будет, я буду протестать врагу с ножом для хлеба. Не вынуждайте меня. Отпусти меня, пока я ничего не сделал. Быстро! Ладно, сестра, успокойся, опусти нож. Мы найдем выход. Давай, давай, сестра, опусти нож. Господин Джейд, что вы делаете? Я ухожу, Хусню. Боюсь, я не позволю вам этого сделать. Если надо будет, стану щитом, но не выпущу вас отсюда. Хусню, ты бредишь на голодный желудок? Я не прошу тебя позволения. Тема не связана со мной, господин Джейд. Это приказ господина Палата. Он повелел мне выпускать вас, пока вы окончательно не вылечитесь. Это сказал брат? Да. Я в порядке, Хусню. А теперь отойди, я выйду. Не заставляйте меня нарушать обещания, господин Джейд.
Вот и доктор пришел. Пусть он скажет, что вы вылечились, и я отойду. Доктор, как состояние нашего пациента? Выздоравливайте. Спасибо. У вас повреждены ткани из-за ударов. Я не вижу внутреннего кровотечения в результате анализов, но я думаю, вам стоит отдохнуть побольше, господин Джаид. Вы слышали врача, господин Джаид. Когда разговаривает медицина, нам не следует говорить ничего. Прошу, доктор. Добро пожаловать, Сергей. Я пришел по твоему приказу. Да что ты. Ты говоришь так, словно я тебя шантажирую. В России мы заключили выгодную для нас обоих сделку. Первым был ты. Теперь я. За нашу сделку. Спасибо. Спасибо, что не отказал и приехал. Я не забуду твой этот поступок. Как я могу отказать тебе, когда у тебя есть столь сильное оружие? Если ты говоришь о том, что я у тебя нашла, я даю тебе слово, что больше не побеспокою тебя, если ты мне сегодня поможешь. Я не сказал, что ты меня побеспокоила. На самом деле, я не хочу занимать у тебя много времени. У меня тоже его мало. Я пропущу шанс, если мы вовремя не встретимся с Юсуфом Кузузаде. Я слышал о нем. Но был удивлен их щедрым действием в области мин. Есть вещи о Кузузаде, которых ты не знаешь. Я в этом не сомневаюсь, но почему-то я чувствую, что ты что-то скрываешь от меня. Если бы я что-то от тебя скрывала, то ни за что бы не узнала. Я в этом не уверен. У каждого есть слабое место. Ты прав. Моя слабость — деньги, и сейчас цифры больше миллиона. Хорошо. Я знаю, что это значит. Пойдем. Aracım hemen şurada.
Моя машина здесь. Прошу, проходите. Кто они? Мои турецкие друзья. Я сказала, что наше дело срочное. Я не могу поехать на такую встречу, пока не поговорю со своими турецкими друзьями. Прошу. Ты мне не доверяешь. Если бы я тебе не доверял, у тебя не было бы возможности сказать это. Не волнуйся, все будет быстро. Хорошо. С кем ты переписываешься? Я сказала, что мы опоздаем. Позволь мне проверить. В плане есть изменения, мы опоздаем. Спасибо, мне нужно удостовериться в безопасности. Слушаю, Мухсин. Мы смогли проследить за сигналами телефона до квартала, но сигнал там пропал. Хорошо, Мухсин. Отправь мне локацию, где сигнал прекратился. Как прикажете, господин. Не волнуйся, мы будем там вовремя. Надеюсь, а то тебе придется волноваться. Это угроза? Да.
Мухсин, я на месте, где прервался сигнал. Посмотри-ка, что здесь. Как прикажете. Конец пути, Ася. Я думала, ты меня поймешь. Ты не увернешься от этого дела. Ты связан по рукам и ногам. Я тебя хорошо понял. Поэтому мы здесь. Это дело закончится тут. И как же это будет? Ты отдашь мне те доказательства, которые у тебя. Оставишь это дело. Я взамен не убью тебя. Посмотри-ка на человека, правящего великой династией. Это действительно твой план? Если бы ты посмотрела на то, что я сделаю, то поняла бы, что лучше меня слушаться. По-моему, ты преувеличиваешь. Не следует этого делать. Я у тебя попросила лишь помощи. Ты устроила для меня ловушку. Это не так, как ты думаешь. Мне надо тебе кое-что сказать. Никто не должен знать. Говори, что хотела, Ася. Великий совет ждет, чтобы я закрыла тему с предателем. Через 6 часов я предстану перед советом. Ты должен мне помочь. Почему ты меня позвала? Чтобы сдать совету. Нет, никогда. Это и будет моим концом, потому что я сдала тебя не вовремя. Чего ты от меня хочешь? Я нуждаюсь в твоей информации. Я ничего не знаю. Ты не можешь сделать это один. Не жди, что мы поверим в это. Вы? Это кто? С кем мы должны были встретиться, говори. Все так, как я сказала. Ты должен мне помочь. Кто еще знает об этом? Только несколько моих людей. Я и раньше говорила тебе об этом. Если со мной что-то случится, они начнут действовать. Я тебе не верю.
Палат Алимдар. Я должен был предположить. Ты продал все свои оружия. Один хотя бы себе оставил. Теперь мне придется убивать тебя, избивая. Мне не нужно оружие. Оно в руках у моего человека. Когда закончатся дела, сдай мне его. Предатель совета может мне понадобиться. Я думал, вы спешите. Если бы ты нормально пришел, мы бы сейчас прекрасно беседовали. Юсуф, может, сделаем это позже? Сергей Зарков. Русская династия Совета. Добыча полезных ископаемых и торговля оружием. Я могу избивать тебя до конца войны в Сирии. Не надо этого делать. Я знаю, кто ты. Я знаю, ты был вызван на крупную встречу. Также знаю, что ты был выбран новым представителем турецкой династии. Это потребовал шпионаж в совете. У меня также есть в руках доказательства о твоем предательстве. Ты не заработаешь престиж, доказав мое предательство. Карун и так сомневался во мне. Я могу тебе сдать истинного предателя. Кто? Представитель Роберта Альберта Стоуна. Династии Ра. Стэнли. Это невозможно. Я научился играть после увиденных действий Стэнли. Что ты подразумеваешь под предательством? Он действовал против стратегии Совета. Очень критические действия. Говори более открыто. За 10 лет до этого он попытался начать Балканскую войну Стэнли. Он понятия не имел о соперничестве между мной и бывшей династией. Он знал, что я скоро преодолею Алексея. Он предоставил оружие за миллиарды долларов для Министерства обороны Сербии. По-вашему, у кого он брал эти оружия? Алексей.
То есть, когда я убил Алексея, это дело закрылось. Это не может быть правдой. Стэнли даже не вернулся, когда услышал о твоем предательстве. Потому что он не знал о своем предательстве. Стэнли не знал о нашей крепкой дружбе с Алексеем. Он видел нас только конкурентами. Но мы были хорошими друзьями. Мы работали вместе в КГБ. Стали друзьями. Все время поддерживали друг друга. После всего, что сделал Алексей и его семье, не мог даже этого предположить. Стэнли, вероятно, предотвратил откровение твоего предательства. Ты можешь доказать сказанное? Конечно. У меня есть копии секретных договоров Стэнли с Министерством обороны Сербии. Воспоминания о моем друге Алексее. Это документ, моя подстраховка. Копия этого договора была отправлена нам из электронного СМИ. Но наши люди ждут отправления оригинала представителю России. Спасибо, Сибель. Прекрасно быть одного и того же мнения. Для меня тоже так. Я пойду сделаю то, что нужно, не теряя времени. Хорошо? Легкой работы. Спасибо. Вы в порядке? Вы даже не поели. Хотите, я вам что-нибудь принесу? Но так нельзя же. Я могу вам помочь. Если вы не будете чувствовать себя здесь хорошо, я расстроюсь. Пусть Всевышний будет доволен вами. Я вижу, что вы делаете прекрасные вещи. Это очень спокойное место. Но я не могу. У меня горит внутри. Я вас понимаю. Человеку больно находиться вдали от родной земли. Но тут вы хотя бы в безопасности. Что будет, если я буду жить? Я потеряла мужа и родственников. Только дочь была. И она осталась в аду. Почему она не пришла с вами? Ее захватили, отобрали у меня. Я не знаю, где она сейчас и в каком состоянии. У нас есть друзья, которые поехали в Сирию, чтобы помочь им. Поговорим с ними. Объясним положение твоей дочери. Правда? Я не могу пообещать, что найду твою дочь, но я уверен, что они сделают все возможное. Найдите ее. Больше ничего не хочу. Дай Всевышний. Но сейчас ты поешь и соберешься, хорошо?
Входи. Добро пожаловать, учитель. Спасибо, Палат. Присаживайтесь. Из-за высокого напряжения на границах у нас был напряженный график. Мы слышали о проблемах, которые ты преодолел. Я могу что-то сделать? Спасибо, учитель. Ваш визит меня обрадовал, потому что я хочу поговорить с вами насчет области. Мы выступаем против одного из самых важных условий в истории республики. На наших границах большая игра. Новый приток беженцев вот-вот прорвется. Я как раз хочу поговорить об этом. Турция больше заботится о посторонних беженцах, чем любая другая страна. Что вы думаете о наших людях, которые эмигрировали в страну, учитель? Может быть, более конкретным? Жители деревни, которых были сожжены в огне в 90-е годы из-за терроризма в регионе, должны были мигрировать в большие города на востоке. Мы не справились с управлением миграцией. И этим жителям, не готовым к этому, было очень трудно адаптироваться к жизни в больших городах. Это стало причиной их большого гнева. Соединение 90-х в основном было вызвано внешними силами. Миграция была долгосрочным вложением некоторых полномочий. И мы не смогли отреагировать на эти шаги, поскольку мы не смогли создать подструктуру для наших собственных людей. И сейчас мы сталкиваемся с похожей ситуацией. Что ты предвидишь, Палат? Сейчас существует большая миграция из-за конфликтов в этом районе. На этот раз они приходят на Запад. Эти люди лишь хотят жить в спокойствии. Если мы не сможем защитить наших людей, которые мигрируют на Запад, то мы снова будем использовать те же силы и ситуации. Ты прав, Палат. Мы сосредоточились на хитроумных практиках, мужественно произошедших на границе, и мы пытались не затронуть их. Я сейчас же соберу комиссию и задам тон. Эта беседа была очень полезна. Как прошла твоя встреча с представителем региональной организации? Ты готов на все, чего они хотят, чтобы получить то, чего хочешь ты, Ариэль? Или делай так, чтобы они в это поверили? Они хотят построить свое государство на этих землях. А я хочу дать им свободу, но держать цели в руках. Разве мы не делаем это годами? Да. Но теперь начинается новая эпоха, Ариэль. Некоторых бессмысленных гражданских войн будет недостаточно, чтобы создать великое государство Вавилон. Мы должны разрушить сильные государства в этой области, создать кантонные зоны и новую независимую географию. То есть география, зависящая от нас. Конечно. Поэтому я поддерживаю войны в Сирии и Ираке. Миграция в Турции определенно служит нашей прибыли, Ариэль. Подумай-ка. Миллионы людей, бросивших свою землю и освоена ими независимая география. Я даже не упоминаю о долгосрочных последствиях этих миллионов людей. Хорошо. Пришли новости от нашей связи с областью. Киллеры встали в нужную позицию, и они ждут от нас вестей. Но
Но мой главный человек еще не пришел, Ариэль. И кто он? Скрипач. Какой скрипач? Который на краше, Ариэль. Слушай, Джейд, если ты свободна, можем увидеться. К сожалению, у меня дела, Джейд. Связанные с фондом, может, я смогу помочь? Я разберусь сама. Я понял. Смотри, София, я действительно расстроен из-за вчерашнего вечера. Я говорила, что это не важно, Джейд. Хорошо. Может, завтра встретимся? Что скажешь? Вот и поговорим завтра. Хорошо, пока. Пока. Куда вы, господин Джейд? Хусни, занимайся своими делами. Нельзя, господин. Я не позволю вам выйти. Господин Палат не простит этого. Хусни, вам не стоит злиться. Я только выполняю данное мне задание. Хорошо, Хусни, давай и ты, и я займемся своими делами. Хорошо. Только я пожалуюсь обо всем господину Палату. Жалуйся, Хусни, жалуйся. Легкая работа тебе. Предательство Стэнли отправлено в совет. Теперь я могу идти своей дорогой. Отпустите меня. Что ты сделал? Он узнал о моей связи с Палатом. Я не могу продолжать находиться в совете с таким риском. Я иду.
Меня удивило то, что ты попросил кинжал, по правде говоря, Карон. Я предполагаю, что ты хочешь рассказать нам новые истории. Но у меня есть очень важная встреча. Я почти закончил с предателем. Надеюсь, это будет недолго. В этот раз ты будешь рассказывать истории, мой друг Стэнли. Ты же знаешь, я увлекаюсь не историями, а только реальностью. Тогда расскажи нам правду. Что ты хочешь знать? Например, расскажи нам, почему ты захотел 10 лет назад начать Балканскую войну? Я и тогда пытался объяснить. Не было другого пути уничтожения мусульман в Европе. Как ты можешь использовать стратегию на Балканах после того, как я разработал ее на Ближнем Востоке? Как смеешь ты настраивать католиков против православных? Ты убьешь меня? Я уже сделал это.
Добро пожаловать, Исуф. Спасибо.